Привет, меня зовут Рэй, и сегодня мы играем в Crossout. У нас сегодня, как обычно, есть ежедневные задания, которые мы пойдем выполнять, и, как обычно, у нас для начала идет бой за металлолом. Ну, в нашем варианте, конечно, бой за металлолом, потом, я надеюсь, что в скором времени у нас получится собрать что-то внятное на 4000 ом, и, соответственно, тогда мы будем уже кататься за пластиком. Я думаю, что там уже гораздо быстрее мы будем увеличивать количество нашего золота. Золото. Монет. Так, играем мы, как обычно, от автопушек. Соответственно, ищем, как бы нам так удобнее стать, чтобы нас не растоптали. Совсем. Помогаем всем, кому тут можно по пути помочь. Одного есть. А что так подлючивает сегодня? Непонятно. Ну конечно, сзади. Откуда же еще ждать? Откуда ждать еще всего этого дела? О, понятно. Это быстро достаточно произошло. Так, у нас наших осталось двух. Да ладно, по сути, получается, единственного, кого убили, это убили, когда я расстрелял тогда. Ну, я смотрю, вот это вот с векторами стандартная сборка вообще. Здесь не катают. Ну, окей. Немножко мне нравится, короче, в этом, том, что сейчас собрано у меня. Ну и не зелен. В том крафте, который у меня сейчас, мне немножко не нравится один момент только. То, что у меня пушки получаются, типа, только одна сверху. То есть, по-хорошему, на самом-то деле, должно было быть по две стороны, вот точно так же обе пушки собраны. Вот, ты как бы... намекает на пересборку именно в таком формате, чтобы вот вторая такая же была. Ну да ладно, поездим пока так, потому что время пересобирать, постоянно вот это вот заниматься этим, это какое-то такое себе занятие. Не всегда благодарное, я бы так это назвал. Тем более то, что у нас только, по-моему, два боя надо выиграть в обычных боях. А может и больше. Надо посмотреть, там, по-моему, было задание по поводу автопушек. Если автопушки, то надо было что-нибудь другое собрать. Так, окейшки. Ну так-то вполне вероятно. Молодец. Я тут без палева по камню подпрыгиваю. Допустим, мы захватываем две базы. Так, ну влазить так-то мне нет смысла особо. Никого не вижу, так что прям видеть. И врагов пока нет. Мы что, просто по захвату баз выиграем, что ли? Или нас просто объехать решили? А, все, вижу. Ну, у нас дробовика удачи, тебя мне убить. Минус. Ну давай, перезаряжайся, отлично, минус. Своего. Куда они там все уезжают? Так, их осталось сколько? А хоть осталось только такое. И вот ничего. Отлично, готов.
И еще один тут ждет твоей участи. Блин, ну такая тактика, конечно, не самая прикольная. Не самая интересная, я бы так сказал. Так, это свой. Того раскидали. Ну и типа все, у них осталось двое. Так-то можно было покататься, поискать, конечно. Угу. Ну мне ясно, где он находится. Ну поедем, 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 поищем его. Типа в поисках приключений. Попробуем на цешечку заехать, если успеем. Блин, только увидел, да, сейчас развернусь, короче, закидаем вот так 1500, но это логично. Это было ожидаемо. По-моему, там надо выиграть два боя с автопушками. Если так, то это, конечно, косяк. Еще один уровень механика, спасибо, здорово. Так, задание. А, в рейдах. Ну тогда мы поедем просто на рейд, короче, с пушкой. Так, еще один бой нужно выиграть. Погнали. Просто мы на бой на обычный, но на рейд возьмем просто, короче, и поедем с автопушкой. Хотя автопушки мне вообще не нравятся, на самом-то деле. А с чем еще нужно? Курсовую башенную или плазменную? Понятно. А что за... А, за них дают металлолом. Так, 10 проводами. Понятно, все ясно. Нам надо как-то собрать крафт пожирнее. Как его собрать пожирнее? Никто не знает. С моим количеством запчастей пока что, наверное, никак. Так, они там. Ну, окей, давай я вот здесь вот как-нибудь встану так. И подожду, что кто-то ехать будет. Видел. Сейчас здесь будет, давай-ка, отъедем. И ждем. Ладно, не ждем, поехали. Накидали, окей, поехали сюда. Есть, готов. А, это сзади мне въехали, нафига себе, я думал, это союзник какой-то. Ну все, короче, у меня гранты. Ладно, тогда давай выйдем, потому что все, ничего не успели еще сделать, а уже всех раскидали. Мы дольше будем ждать конца всего этого приключения. Так, че? Еще и опыт получили. Так, хорошо, еще разочек. Еще на самом деле, сам для себя не понял еще такую тему. Каким оружием прикольнее гонять. То есть с автопушками в принципе неплохо, но близко не поедешь по-любому. С одной стороны, а с другой стороны, как бы близко оно и нет смысла. Вблизи никто почти, кроме тех, у кого дробовики или оружие ближнего боя, они нормально они сегодня показывают. Так, да, видел. Нормально живем. 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 Я уже, наверное, раздражаю. Так, сбим автопушку, пожалуйста, будет добр. Да сколько же можно-то по мне пролетать, все, ура. Автопушки у него нет, так что он больше беспомощный.
Ну, да. Курсовые, точнее, пушки. Так. Тут кому важно свяжется повторно. Звонки из того, что начались. Так, сколько их осталось? Их остался один, нас осталось четверо. Ладно, поехали. Ну, слушай, нормально мы так... А, нормально. Сказал я нормально, да? Старший без передних колес вообще впереди всего несли. Всего 400. Ну, такое. Так, ну мы выиграли. Отлично. Значит, дальше у нас рейд и курсовая пушка. А, нет, не хочу. Так, отлично. Что, где у нас там эта штука? Где у нас пилоты? Отлично, пушкарь. Плюс один урон, процент. Нормально. Так, 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 так. Заданница. Значит, у нас сейчас три ежедневных задания. Три боя в миссиях, один бой в рейдах, два боя... Ну, значит, пойдем, потому что не очень интересно. Сейчас пойдем, короче, с курсовой пушкой. Давай отсюда уберем. Поставим сюда, тогда придется убрать тебя, поставим сюда мститель. Да, хоть вот так. Сюда что такое можно поставить? Ну, в принципе, можно сделать ход конем, убрать это, поставить сюда один аккорд. Сюда второй аккорд. Сюда третий аккорд. А, у меня запчастей уже не хватает. Так, ну, в принципе, ладно, убери все, оно в кабину будет стрелять. Сюда четвертый аккорд, третий точнее. И нам хватает еще на охлаждение. Давай поставим охлаждение, если есть у меня. Есть холодок? Есть, отлично. Вместо, соответственно, бочечки мы воткнем сюда холодок, отлично. Ну и так поедем, а что, какая разница-то? Так. Сколько у меня, кстати, ом-то собралось это? 3200. Так, 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 так. Рейд, рейд, рейд. Нам нужно выиграть два рейда с автопушкой. Как же это будет запарно. Знаешь, что надо было сделать? Надо было разделить, короче, на разные эти. Мститель на... А, ну автоматом разделил. Нормально, хорошо. Не, неохота мне, чтобы на одной кнопке было мститель и все пушки. Так, когда получится, будем из мстителя отстреливать, но не уверен я, что это сильно нам поможет. Две тысячи рублей за вот это? Бред. Серьезно? Но пушки с боков, конечно, это оригинально. 3500, они что, прикалываются? Эх, мне бы-то кабиночку. Отлично, рейд начался, наконец-то. Поехали. Ну, тут из меня такой себе, короче, получается-то будет этот помощничек, потому что, типа, зачем так поехал? Можно было с той стороны объехать, ну ладно. И отлично залагало, мне очень нравится, очень было удобно. Так, запустили генератор, ну нафиг, поехали сразу защищать. Поехали. Не знаю, что сегодня с компом. Я его, конечно, 5 раз загружу перед следующей съемкой, но что-то сегодня его прям знатно подлагивает, я смотрю. Так, окей.
просто в никуда выстрелил. Тоже никуда. Отлично, хоть к одного. Отлично. Отлично. Ну, может, имеет место жизни это пушки в таком варианте, когда, типа, у тебя пулеметы. По пулемету резко разворачивается, прям стреляет постоянно, куда надо. Просто по ходу разобрался. Жесть. Блин, здесь эта пушка неплохо все показала. В том числе на базе. Так-то. Отлично, разворачиваемся. Пойду я сверху заеду. Можно я просто доеду сразу, нажму просто это. Отвали от меня, а? А, мне зарядов нет, отлично. Сейчас он еще меня отпилит кусок, потому что он взорвется рядом со мной, да? Замечательно, весь привет мне снял. Ну да ладно. А где ты наш-то? Кто-нибудь может нажать, типа, это? Запустить генератор. Поехали защищать. И прикинь, они меня уже раскидали почти. Ну что значит вперед ехать первым? Я уже что, без колес передних? Нет, все еще живу, нормально. Просто вообще накидали. Только так. Сейчас, небось, приедут так, что, короче, меня раскидают. А, нет, тут, ладно, нормально. Это, конечно, слабенькие, вот эти вообще неинтересные. Надо, скорее всего, будет действительно запариться, собрать все-таки что-то внятное на больше, чем 4000 и ходить уже по нормальным и рейдам интересным, там прикольные рейды, и по нормальным, соответственно, уже боям за что-нибудь более ценное. С 3000, конечно, это что-то с чем-то. Ну, в принципе, я так понимаю, не хватает просто гонщик колес. Можно, в принципе, все попродавать, взять, короче, гонщик колес вместо вот этих вот задних. Я думаю, что, в принципе, нам хватит. Поеду пособираю, короче, патроны. Скоро главарь должен вроде как вылезти. Все патрончики. Отлично. Если я только смогу взять. Опять защищать, ехать куда-то. Ну ладно, поехали. Не, ну тут рейд средний гораздо интереснее был. Приготовьте к обороне, нападение 7 секунд. Спасибо, они нападут раньше, чем мы доедем. Смысл, что я так прусь вперед? Меня тут вынесут просто за здрасте первого.
Ну, мог, но не получилось. Отлично. Хотя бы так. И отъезжаю максимально назад. Ну, когда там уже главарь будет? Давайте. Сейчас, я думаю, еще одна волна должна быть. Да ну ты можешь выстрелить все нормально? Что по мне все стреляет? Кто-нибудь мне расскажет? Че он стоит там издалека по мне гасит? И этот тоже. Все, патронов нет, замечательно. Да, конечно, курсовые пушки, ну сейчас меня, короче, разнесут в любом случае. Хорошо, хоть один раз можно бесплатно остановиться, на том спасибо. Это при том, что у меня 700 хп-шек целых. Возьмем патрончики на всякий случай, так, чтоб хватило. Давайте уже главаря. Мне уже тошнит от этой пушки, а нам еще один рейд на ней катить. Вот этого я припарковал. Противник уничтожен. Так ему, так ему! Ты готов? Пойду заеду, что ли, наверх. На самом деле, мне немножко кажется, что вот такую вот сборку плоскую можно было бы собрать на 6 колес и вообще полностью прикрыть кабину, то есть ничего бы никто не смог сделать. А вот и босик. Что по мне опять стреляем? В чем дело? Кто вас не устраивает? Я не могу с ним разобраться, ну ладно. Здорово, ребятушки. А, я съехать не могу. Главное не упасть так, чтобы было неудобно совсем. Так, один остался. Все, все готово, отлично, наконец-то. Как же это долго. Удивительно, что хоть 800 вообще получилось заработать. Так, окей, окей, окей. Что там у нас? Что там там доколебывается? Так, окей, это мы сделали. Что еще надо? Еще одну выиграть в Боленске. Ну ладно.
Ну да, мы это сделаем уже в следующем видео. Пока спасибо за просмотр, ставь лайк, пиши комментарии, вступай в группу в Discord, в ВКонтакте, в Инстаграме и в Телеграме. Конечно же, нажимай колокольчик и следи за продолжением.